В Японии в понедельник произошло землетрясение силой 7,4 балла. К настоящему времени сообщения о жертвах не поступало. Два человека получили легкие телесные повреждения. Подземные толчки вызвали небольшое цунами вдоль побережья. В Фукусиме наблюдалась волна в метр высотой. Кроме того, временно была остановлена система охлаждения отработавшего ядерного топлива на одном из энергоблоков АЭС «Фукусима-2». В целом, по данным властей, атомные электростанции не пострадали. В городе Сендай, в 70 километрах от Фукусимы, высота волны цунами достигла 1 метра 40 сантиметров. Пришвартованные лодки отпустили подальше к открытым водам, чтобы минимизировать риск повреждений. Мы переместили лодки дальше в море из-за цунами. Мы делали так во время предыдущего цунами. Позже выпущенное властями предупреждение о цунами было частично отменено. Только что предупреждения о цунами для префектур Мияги и Фукусима были отозваны, но они все еще действуют вдоль побережья от префектуры Ивате до Ибараки. Землетрясение временно нарушило работу железнодорожного и воздушного транспорта. Она уже восстановлена. Напомним, в марте 2011 года мощное землетрясение у восточного побережья острова Хансю вызвало цунами высотой до 40 метров. Тогда погибло около 18 тысяч человек.